четверг в Самарской области переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Тепло. Плюс 11, плюс 14. Днем, ночью 4-6, выше 0. Ветер западный 4-6, порывы до 15 метров в секунду. В Сызрани облака. Днем плюс 14, ночью плюс 10. Западная скорость 5 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, небольшой дождь, днем плюс 13, ночью 5, выше 0, западный ветер 6 метров в секунду. В Самаре небольшая облачность, возможен дождь. Плюс 13 в дневное время, ночью плюс 4, западный ветер 6 метров в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 74%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.